Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин в составе рабочей делегации посетил Северский район. Встреча прошла в молодежном центре «Этаж». В мероприятии приняли участие заместитель главы района Марина Наумейко, руководитель управления по молодежной политике Ольга Дробина, общественные активисты, волонтеры и представители работающей молодежи. Участники встречи обсудили вопросы реализации молодежной политики как в Северском районе, так и по краю в целом, а также участие кубанской молодежи в межрегиональных проектах. Затронули темы подготовки молодых кадров для государственной и муниципальной службы. Пересмотреть ту работу именно в молодежной политике и расставить приоритеты сегодня, больше уклон сделать на молодежь, показать те возможности, которые сегодня существуют. Сегодня мы видим тенденцию среди молодых депутатов, то, что сегодня это стали реально кадровый потенциал края. Где задача, то, что вчера говорилось, будущее за молодежью, нет, уже все. За молодежью сегодня настоящее. Сегодня мне 29, многим главам таких городов, как Сочи, 35, директору департамента внутренних дел 32, и многим другим молодым сегодня специалистам, которые возглавляют как и край, так и районы. Активно обсудили вопросы проектной деятельности. Своим опытом поделились руководитель программы «Фабрика социального проектирования» Виктор Баранов и Георгий Гладков, недавний победитель гранта на форуме «Территория смыслов». Они выступили перед молодежным активом, рассказали о своих проектах, о всех нюансах, с которыми столкнулись в ходе работы.